В Якутске последний день первенства республики по хоккею «Золотая шайба». Завершит турнир матч команды «Полярные волки-2008» из Якутска и «Шахтера» из Нерюнгри. Всего участвуют 6 команд из Якутска, Нерюнгри и города Мирный. По итогам предварительных игр претенденты на медали выявились. Сегодня матчи начнутся с 8 часов утра. Всего пройдет 4 игры. Финал состоится в 16:15 в Ледовом дворце «Элибопер». За третье место у нас завтра, если «Полярные волки-2009» смогут одержать победу над командой «Энергия Нерюнгри», то они займут третье место. В противном случае будем смотреть по забитым пропущенным голам, разнице очков, ну и так далее. В разных возрастах по-разному. Чаще всего это либо «Полярные волки», город Якутск, либо «Энергия Нерюнгри». Вот. В этом году «Шахтер» из Нерюнгри, да, претендует на первое место.